Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Учебник Rainbow English, 5 класс, авторов Афанасьева, Баранова, Михеева. Unit 1, часть 1, Step 8, шаг 8, Exercise 8, упражнение 8. Choose the true answers to these questions about your summer. Выберите верные ответы к этим вопросам про ваше лето. То есть это вы отвечаете про ваше лето. То здесь могут быть ваши варианты. Я написала свои, как пример. Was the weather pleasant in summer? Погода была приятная летом? Yes, it was. Did you stay in summer in the place where you live? Вы провели каникулы в месте, где живете? Yes, I did. Да. Did you go abroad? Вы ездили за границу? No, I didn't. Нет. Did you play a lot in summer? Вы много играли летом? Yes, I did. Да. Did you write letters? No, I didn't. Вы писали письма? Нет. Did you read books? Yes, I did. Вы читали книги? Да. Did you travel a lot? No, I didn't. Вы много путешествовали? Нет. У вас могут быть свои варианты в ответом. В следующем упражнении после этого нужно будет по этим вопросам составить текст небольшой. На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому видео.